Всем привет! Сегодняшний обзор про спрей масла, органовое масло в виде спрея для ухода за кожей. То есть это не такое обычное масло, куда вы вливаете на ладони, растираете, а в виде спрея. По-моему, если я не ошибаюсь, это новая продукция компании Acure. До этого их не было. Мне понравился состав и понравилось сочетание. То есть здесь имбирь. И я очень люблю этот аромат, и в качестве масла, мне кажется, будет очень отлично. 59 миллилитров, он такой, я бы не сказала, что прям масляная текстура, но немножко имеется такая вот жирность. Упаковка большая, и я надеюсь, что, потому что, здесь спрей, его будет достаточно, хватит достаточно надолго. Попробую. Да, это запах прям имбиря. Нет, ребята, это действительно масло. Несмотря на то, что оно такое прям жидкое, это масло прям жирненькое. Я обычно использую масла после душа. Сразу наношу на мокрое тело, и оно впитывается очень быстро. На сухом теле масло все равно впитывается чуть хуже, на высушенном, и впитывается уже дольше. Вот. Запах мне очень нравится. Думаю, что будет очень здорово. На этом все. Надеюсь, обзор оказался полезным. Обязательно подписывайтесь на канал. Будет еще очень много интересных видео. Этот видеообзор подготовлен специально для сайта отзывы@acure.ru.